комментарии главных тренеров. Начнем, пожалуй, с гостей. Михаил Николаевич. Да, спасибо большое. Ну, как вы сказали, жаркий матч был. Очень. Тюменское дерби. В общем-то, что скрывать здесь. Приехали болельщики. Но неплохо мы начали. Готовились, неплохо начали. Забили гол. Понятно, что после этого игра стала более активно играть, более давить. Было бы наоборот, наверное, мы бы наоборот играли. Мы где-то немножко стали более играть по счету, скажем так. Хотя моментов создавалось у наших ворот очень много. Ну, с команда надо отдать должное. Очень мощная, мобильная, с хорошим подбором исполнителей. В общем-то, имели хорошие шансы на успех сегодня в основное время, но, к сожалению, дисциплина подвела и не дотерпели немножко. Ошибались. Нам хорошая информация, хороший урок. Учимся. Большая игра, безусловно. На таких играх команда растет, прогрессирует, учимся. Мы, в общем-то, увидели сегодня в деле большую группу и молодых игроков. В общем-то, весь матч играли в 4 звена. В овертайме остались в меньшинстве, выстояли. Такой присутствовал хороший на скамейке командный дух. Ну, по буллитам нам больше повезло. Считаю, что болельщик сегодня в Ханты-Мансийске увидел классную игру в исполнении двух. Ну, одной классной, ну и нашей такой неплохой команды. Присутствовало все, что нужно, скажем так, для хорошего матча. И голы, и борьба, и буллиты, и овертайм, все. Поэтому очень рады победе. Ну, чемпионат, марафон продолжается, готовимся к следующей игре. У меня все, спасибо. Спасибо большое, Вадим Сергеевич. Коллега, все надо, сказал, не убавить, не прибавить. Победой. Спасибо большое. Как коллега сказал, повезло по буллетам, это продолжение игры. Я думаю, победа может быть заслужена, претензий никаких нету. Ребятам старались, хорошие моменты, переиграли и по броскам, и по опасным моментам. К сожалению, сегодня не сработало ведущее звено, благодаря, опять же, сопернику, который не давал, да, в частности, игре в большинстве, порой даже в зону войти не могли мастера Вита, ребята. Вот этот момент тоже, да, пища для размышлений. Мастерства хватает, наверное, все просматривают. Здесь уже играет мастерство, игра в большинстве. Любая подкидка, опасный момент, должны это исполнять такие ребята, да, мастера Вита. Ну так, а так, в целом, согласен с коллегой полностью. Игра понравилась, я думаю, зрителям, болельщикам, кроме реализации моментов. Готовимся. Спасибо. Спасибо большое.